Приветствую уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. Напоминаю, в этом цикле публикаций я хочу рассмотреть экономику секретного способа производства, политаризма или азиатского способа производства, АСП. Секретного, потому что его изучение было запрещено в учебных заведениях СССР. И понятно почему. Согласно классикам марксизма-ленинизма, политаризм хуже не только капитализма, но и даже рабовладения. Если же его изучали бы в СССР, то даже школьникам стало бы ясно, что у нас и близко не было никакого социализма. А у нас был классический политаризм. Мой подробный ролик о политаризме будет на конечной заставке. Вместе с тем, тут есть вопрос. Сила в нашем мире часто обратная сторона слабости. И наоборот. И в экономике политаризма это проявляется в полной мере. Его экономика в 20 веке не раз оказывалась не просто эффективнее, а намного эффективнее экономик самых развитых стран. И именно эти вопросы я и хочу рассмотреть и наглядно показать, какой великий экономический шанс упустил наш нынешний президент Владимир Путин. В прошлых публикациях мы рассмотрели вопрос, насколько экономические ресурсы Третьего Рейха европейских стран фашистского блока превосходили ресурсы СССР в канун Великой Отечественной войны и превосходили количественно. И выяснили, что только количественное превосходство Рейха над Советским Союзом практически во всем было в 2-3 раза. Это уже не говоря о качественном. Также мы рассмотрели вопрос о том, что в 1941 и 1942 годах Советский Союз понес просто чудовищные экономические потери. Что сделало только количественное ресурсное превосходство Рейха над Советским Союзом? Минимум 10-кратным. Но, скорее всего, здесь нужно говорить о куда большем количественном ресурсном превосходстве. Но, увы, таких научных исследований просто нет. И приходится использовать отрывочные данные. Мы также выяснили, что при таком раскладе у Советского Союза не было даже одного шанса из тысячи выиграть Вторую мировую войну. И тем не менее мы все знаем, что Вторую мировую войну выиграл именно Советский Союз. Ясно также, что даже в современных войнах победа достигается прежде всего на поле боя. А значит, главное значение здесь имеет количество и качество боевой техники и вооружения. Казалось бы, что у СССР при минимум 10-кратном отставании от Третьего Рейха, европейских стран фашистского блока, по экономическим ресурсам, производство боевой техники и вооружения тоже должно было отставать от них минимум 10 раз. А значит, единственный шанс выиграть войну был один. Получить львиную долю боевой техники и вооружения извне. И многие современные экономисты так и пишут, что СССР в годы войны спасли поставки по ленд-лизу, и что Вторую мировую войну выиграл не Советский Союз, а страна антигитлеровской коалиции. Но дело в том, что это ахинея от начала и до конца. Вторую мировую войну прежде всего выиграл Советский Союз. Роль же остальных стран антигитлеровской коалиции здесь вторая. И это без вариантов. Об этом беспощадно свидетельствуют цифры. Хотя эти цифры и выглядят совершенно невероятно, и более того, в очередной раз они выглядят фантасмагорически, тем не менее они абсолютно достоверны. Понятно, не буду приводить их все, приведу только примеры. Данные я взял из Википедии, из статей «Военное производство во время Второй мировой войны» и «Ленд-лиз». Цифры таковы. В годы Второй мировой войны Рейх выпустил 30 тысяч танков и самоходных артиллерийских установок. СССР выпустил 85 255 танков и самоходных артиллерийских установок. А также получил по ленд-лизу из Соединенных Штатов 12 тысяч и из Британской империи 6564. Кстати, здесь нужно сделать оговорку. Получил танков САУ и БТР. Если говорить о том, сколько СССР сам выпустил танков САУ и БТР, то цифра получается существенно больше. Советский Союз их выпустил 105 251. Соотношение с поставками по ленд-лизу таким образом 17,6%. Военных самолетов всех типов Рейх выпустил 108 182, СССР 213 742. Впрочем, здесь нужно сделать оговорку. Это за Вторую мировую войну.
За 1941-1945 год Советский Союз выпустил самолетов несколько меньше. 157 256. Получил по ленд-лизу. Из Соединенных Штатов 11 400. Из Британской империи чуть более 7 000 самолетов. Соотношение таким образом 11,7%. Правда, автомашин Советский Союз получил на 163% больше, чем выпустил сам, а мотоциклов на 136% больше, чем выпустил сам. Но автомашины и мотоциклы – это не боевая техника. Думаю, этих цифр уже достаточно, чтобы понять, что значение поставок по ленд-лизу сегодня, мягко говоря, сильно преувеличено, если не сказать очень сильно. Можно привести примеры выпуска более легкого вооружения, примеры соотношения между Рейхом и Советским Союзом. Здесь все выглядит еще более впечатляюще. И куда более впечатляюще. Рейх выпустил минометов калибром 50 мм и более 73 494. Советский Союз 347 900. Почти в 5 раз больше. Рейх выпустил пулеметов 674 280. Советский Союз 1 407 77 400. 2 раза больше. В общем, о цифрах здесь можно говорить очень много. Но известно, что только в 1942 году, самом тяжелом году для советской экономики, Советский Союз превзошел Рейх по производству танков и САУ в 3,9 раза, боевых самолетов в 1,9 раза, орудий всех видов и калибров в 3,1 раза, винтовок и карабинов в 3 раза. Ну и понятно, дальше это преимущество только нарастало. Что мы имеем на выходе? Если не говорить о выпуске автомобилей, мотоциклов и так далее, другой небоевой техники, то СССР превзошел Рейх по выпуску практически всех вооружений минимум в 3 раза, а по ряду показателей еще больше. А теперь давайте вдумаемся в эти цифры. Имея только количественное отставание по экономическим ресурсам от Рейха минимум в 10 раз, Советский Союз выпустил боевой техники и вооружения в 3 раза больше, чем все европейские страны фашистского блока вместе взятые. Таким образом, советская экономика по эффективности даже не в разы, а в десятки раз превзошла экономики самых развитых стран мира. Правда, нужно добавить, превзошла в чрезвычайных обстоятельствах и на очень короткий период. Но здесь все равно есть от чего впасть в ступор. А также понять, почему на Западе и в современной России несут ахинею о победе стран антигитлеровской коалиции и о значении поставок по ленд-лизу. На фоне этих цифр самые развитые экономики мира, причем без кавычек, выглядят очень бледно. И становится ясно, что Вторую мировую войну выиграл Советский Союз. И только Советский Союз. И это дало советской пропаганде возможность много десятилетий нести не меньшую ахинею, чем западной. Ахинею о преимуществах советского социалистического строя. Но эту ахинею на Западе предпочитали не замечать или в лучшем случае отвечать на нее демагогически, а не научно и аргументированно опровергать. Думаю, не нужно объяснять почему. Но думаю, пришло время с этим потрясающим экономическим феноменом разобраться без демагогии. Повторюсь, хотя бы потому, что это экономическая бомба, уже уничтожившая Советский Союз и вполне способная уничтожить еще и Россию. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, смотрите мои аналогичные ролики, какие именно увидите в подсказке и на конечных доставках.